На Южно-Хальчиюйском месторождении прошел конкурс профессионального мастерства рабочих и спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований предприятия «Лукойл Севернефтегаз». Название «Лучший по профессии» в 2021 году. Лучший по профессии – главный конкурс предприятия «Лукойл Севернефтегаз». Традиционно он собирает на Южном Хальчию молодых, но уже опытных специалистов. Из всех подразделений, которые в упорной борьбе доказывают свое право на звание лучшего профессионала в своей специальности. В прошлом году у нас конкурс сорвался из-за пандемии. В этом году чуть не сорвался из-за аварии. Но я рад, что мы все сегодня собрались. Работники ТПП всегда выступали на высшем уровне не только общества, но и компании, показывали высокие результаты. Я хочу, чтобы и в этом году вам сопутствовала удача, и вы показали также высокие результаты. В ходе конкурса его участникам необходимо было выполнить задание по теоретической и практической части, каждому по своей специальности. Новый комплект. Конкурс проводился среди операторов по добыче нефти и газа, электрогазосварщиков, операторов пульта управления в добыче нефти и газа, машинистов технологических насосов, операторов товарных, слесарей-ремонтников, спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований. Результаты оценивала конкурсная комиссия. По окончании конкурса в торжественной обстановке победителям, признанных лучшими по профессии, во всех номинациях вручили кубки, дипломы и памятные подарки. Награждены были также участники, занявшие призовые места. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».